Свобода нашему герою! Ура! Ура, как ты рада, Тимура, как рада! Все хорошо, Сыночка, все хорошо. Ура, ура, ура! Ты наш герой! Останови! Ты уже герой, про тебя говорят везде. Да, про тебя еще напишут. Подожди. Приходит твой... Преподал мы же там лепест. Просто так не сидели. Ага, ага. Мы же все объяснили, что там происходит у нас. Алло? Наверху. Вот все объяснили. Да, все нормально. У нас 23 мая забрали. Мы сперва сходили... Заявление оставили на мажлиса первое, потом президент аппарата там оставили, потом подходили на впереди Верховного суда, там ящик специальный для президента, мы оставили там заявление, оттуда нас забрали, хотя у меня не было никакого причины, чтобы забрать они, у меня на руках ничего не было, хотя я был нахован в цепах, это не значит, я чтобы этот самый не имею там находиться. Они забрали меня и клеветали, чтобы я сломал этот, как его, окна микроавтобуса. Клеветали, поэтому по 355 статьям они закрыли меня на 10 суток. Вот терпимо мы сидели здесь, это не значит, что мы будем останавливаться. Мы до вершины будем выходить, будем искать правосудие.